Дональд Трамп одобрил поставки американских вооружений в Южную Корею на миллиарды долларов. Для защиты от угрозы с севера, уточнили в Тихоокеанском флоте США, Сеул в ближайшее время перебросит системы противоракетной обороны «Иджис», современную подлодку, истребители F-35 и другую технику. Пхеньян обещает ответить новыми испытаниями. Представитель КНДР в ООН прямо назвал ракетные пуски подарками Вашингтону за постоянные провокации. Ситуация на Корейском полуострове. Репортаж Сергея Мингажева. Человека, который получает награду из рук лидера КНДР Ким Чен Ына, зовут Ли Хон Соп, глава Института ядерного оружия. Его называют отцом северокорейской водородной бомбы. Вот он и еще один лауреат, ведущий в трудовой партии Кореи вопросами военной промышленности, объясняют маршалу технические характеристики водородной боеголовки на снимках, обнародованных в день нового ядерного испытания. Была ли это действительно водородная бомба, специалисты не знают, но по мощности взрыв был самым сильным в истории северокорейской ядерной программы. Нет сомнений, что он был значительно мощнее, чем взрывы в Хиросиме и Нагасаки, составлявшие по силе 15 и 21 килотонну соответственно. На месте атомного взрыва в Хиросиме, где сейчас мемориальный парк мира, акция с участием в том числе очевидцев той бомбардировки, унесшей жизни свыше 150 тысяч человек. Опыт Хиросимы и Нагасаки показал людям, что происходит в результате применения ядерного оружия. Не знаю, способен ли диалог с Северной Кореей разрешить эту ситуацию, но надеюсь, что до ядерного удара дело не дойдет. По ту сторону реки Ялудзян – юго-западная граница Северной Кореи, а с этого берега вид на КНДР со стороны Южной Кореи. По последним разведданным, Пхеньян завершает подготовку к скорому испытанию новой межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Тихого океана. Это может быть трехступенчатый Хвансон-13, который так же, как запущен неделю назад. Ядерный носитель Хвансон-12 способен перелететь через Японию. Еще один вариант – запускаемая с подводных лодок новая баллистическая ракета Пуккэксон-3, то есть «Полярная звезда-3». Запуск может быть приурочен к празднику 9 сентября, дню основания КНДР. По мере приближения даты в Пхеньяне нарастают победные настроения. Лидер Ким Чен Ын заявил, что мы можем создать столько ядерного оружия, сколько захотим. Сеул в ответ снимает ограничения на вес боеголовок для ракет, размещенных в Южной Корее, и готов к масштабным поставкам вооружений из США. После встречи южнокорейского президента с Дональдом Трампом было заявлено о многих миллиардах долларов. Мы подробно обсудим детали с Соединенными Штатами. Надеемся, что это будет полезно с точки зрения ответа на ядерные и ракетные угрозы КНДР. Эти меры не предусматривают возвращение на юг Корейского полуострова американского тактического ядерного оружия. Но сам факт того, что министр обороны Южной Кореи уже поднял этот вопрос на встрече с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в Вашингтоне, говорит о том, что все может измениться, причем так же быстро и внезапно, как в последнее время меняется ситуация вокруг Корейского полуострова. Новое ядерное испытание КНДР – логичное продолжение недавнего запуска межконтинентальной баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии и была названа прелюдией к возможному ядерному удару по акватории американского острова Гуам, где размещены базы Пентагона. Оттого, рискнет ли Ким Чен Ын продолжить логику своих военных шагов и перейдет ли от слов к делу, зависит судьба не только Корейского полуострова, но, возможно, и всего современного мирового порядка.